Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. В последнее время брокеры ведут себя как-то странно. Какие-то фокусы показывают. Ну, например, мы все ждем кризиса, я такой вот думаю, да, все начнет падать, падать, падать. И он говорит, ну, хорошо, ждешь кризиса. Ну, что во время кризиса надо делать? Ну, наверное, надо покупать золото и какие-то облигации, либо в шорты какие-то что-то открывать. Вот. Он мне говорит, слушай, хочешь вложиться в золото? Я говорю, да, хочу. Но я-то знаю, что золото может не только расти, но и падать. Ну, например, многие наши... люди вот еще недавно, где-то в сентябре, в октябре, в панике, значит, когда рубль начал снижаться, там, с 67, что ли, до 65, начали закупать рубли, потому что прямо вот говорят, блин, рубль, все, сейчас доллар будет дорожать, 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 будет 70, 75, 80, вот, и народ накупил доллары. И что получилось? А доллар не дорожает, блин, а дешевеет, не дорожает, а дешевеет. И если, например, ну, многие, я знаю, купили доллары по 65, то если сейчас продать эти доллары по даже меньше, чем 62, то получается 3 рубля на каждом долларе теряется. Ну, скажем, если кто-то купил там 1000 долларов, то это 3000 рублей, потери прямые. А мне брокер говорит, что хочешь вложиться, если актив вырастет, то ты получаешь, ну, если не весь рост, то хотя бы частично процент от роста актива. Если актив падает, как доллар, например, упал, то ты ничего не теряешь. Я такой, чего? А потом он говорит, слушай, вот можно вложиться в акции, например, да, акции сейчас уже вроде перестанут расти, и если акции перестали расти, там, например, или падают, но не сильно, вот так вот болтанка какая-то, да, то мы можем тебе обеспечить гарантированный доход в районе там 10, 15, 20% годовых, в виде купонов раз в квартал, например, в валюте буквально, да, 15% есть в валюте. Если акции упадут, не больше, чем на, скажем, там, 35%. Если упали больше, чем на 35%, купон прекращается, но есть эффект памяти, то есть, если они назад вернулись в этот диапазон, то, пожалуйста, ты продолжаешь получать свои купоны. А если все акции выросли, ну, сказать, что делать, Юра, это по автоколу закрывается. Ну, вы уже поняли, что я говорю про ноты. И я сижу и думаю, слушай, ну как же так? Вот если я купил акции, да, и там, если все акции упали, то значит, соответственно, я купил акции, я потерял в деньгах. Тут я ничего не теряю, наоборот, я получаю. Причем получаю немало, 20% годовых, да, там, или 15% годовых. То есть есть такие продукты, которые в валюте. И ладно бы это один брокер открытия, который мне предложил. Нет, ничего подобного. Это предлагает, вот недавно я рассматривал Сбер и ИОС, и там масса таких продуктов, но там, правда, все намного хуже, потому что доходность там 10% обещают, значит, диапазон падения акций там что-то там совсем небольшой, там то ли 5, то ли 15%, ну небольшой, то есть акция легко может за него зайти и на 5 лет, ну а что вы хотите, это Сбербанк, у Сбербанка клиентура такая, которая хочет надежности, там действительно, там вот по этой Сбер и ИОС, вот в частности, который я рассматривал, гарантированно клиент ничего не теряет. И я вам честно скажу, при таких условиях, скорее всего, купон будет 10% годовых. Это при том, что
ставки по депозитам снижаются, снижаются и снижаются. Вот. Ну, надо сказать, что в открытии такие продукты там есть на год, но обычно там на 3 года, на год есть такие продукты. Это брокерский дом открытия. Чем Сбербанк отличается? Тем, что он ну, как бы рассчитан на бедных людей, поэтому там порог входа совсем маленький, там чуть ли не 10 тысяч рублей можно вложить под таким условием. У открытия от 100 тысяч рублей, там, ну, обычно 250, там, в зависимости от того, какой продукт. И те, которые в валюте, там, естественно, 10 тысяч долларов, и они для квалифицированных инвесторов. Я про них неоднократно рассказывал. И больше всего таких продуктов, больше всего, в БКС, и они торгуются на бирже, я их постоянно вижу, и я думаю, ну, во-первых, это тренд, да? А во-вторых, блин, где-то нас дурачат. Как они этого добиваются? Наверное, да, и они очень активно так это продвигают. Говорят, бери, 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 бери. Я говорю, наверное, там комиссия большая. Они говорят, нет, ничего подобного. У БКС вообще там практически, по-моему, нулевая комиссия. У открытия 10 рублей. То есть я вкладываю, так сказать, открываю продукт на 100 тысяч инвестиционный. Комиссия 10 рублей. Что-то здесь не так. У Сбербанка, по-моему, там вообще бесплатно открывается. Нету комиссии. Понимаете? Нету. Я думаю, за каждую сделку нет комиссии. Купон, купон. И вот еще один момент. Я-то знаю, что брокеры, они... Такие ребята, это не Форекс, которые там все что угодно обещают, так сказать, там никаких процентов, 30 доходность в год, в месяц, но кинут. Здесь-то кинуть не могут. У них лицензия. Как они этого добиваются? Ну, то есть, если они это предлагают и очень активно, но давайте уже напрямую скажем так. Брокеры – это тоже коммерческая структура, и, конечно, он зарабатывает на этом деле. Как? И почему бы мне не сделать такие продукты самому? Как он это делает? И я стал думать, ну вот как делают? Я говорю, слушай, а как это добивается? Он говорит, а коммерческая тайна, брокер не скрывает структуру данного продукта. Вот так. Но мне-то любопытно, если, во-первых, это выгодно. То есть даже при тех условиях, которые предлагают мне, это не просто выгодно, это очень выгодно, поэтому я рассказываю про ноты, поэтому я в них вкладываюсь, потому что это действительно выгодно. Но как они это делают? Потому что им-то тоже выгодно, а я жлоб, и мне не хочется ни с кем делиться прибылью. То есть я же могу эту же ноту сделать сам. И тогда не надо платить брокеру, во-первых. А во-вторых, смотрите, брокер предлагает условия, и брокер, ну, вы знаете, брокеры консервативные ребята, они наверняка работают. А если я чуть-чуть увеличу риск, тогда у меня и доходность будет выше. Понимаете? И я начинаю думать, как им это удается, вот как? И вот эти самые структурные продукты, они делятся на два типа, я заметил уже, что есть структурный продукт защиты и капитала, там берется один продукт, один какой-то актив базовый, один всегда. И, значит, если базовый актив растет, то я получаю процент от базового актива. А если базовый актив падает, то я ничего не теряю. И второй тип – это вот эти ноты, структурные продукты. Там почему-то 4 базовых актива обычно. Ну, бывает 3, бывает 5, там даже больше я видел. Вот, например, Сбер и ОС, вот там по 4, обычно по 4 продукта базовых актива. И если, скажем, худшие из этих акций, значит, там, ну,
упало не больше, чем там на какой-то порог купонный, то, значит, я получаю деньги. Ну, например, если все 4 акции грохнулись там на 15% или на 14%, ну, в любом случае, то я получаю доход плюс 20% годовых. Но, ребята, ну, не бывает так. Ну, не бывает. Я начал думать. И, как устроен структурный продукт защиты капитала, например, ну, который рассчитан на рост базового актива. Там оказалось все достаточно просто. Брокер даже этого не особенно скрывает. Он говорит, ну, смотрите, то есть как его можно построить? Можно, значит, взять. Теперь слушайте меня внимательно. Можно взять, скажем, вот у меня есть структурный продукт на золото, да? Если золото к доллару растет в долларах, то я получаю там какой-то процент от роста этого продукта, от роста золота в долларах. А если золото падает в цене, то я ничего не теряю. Я долго думал, ну, там, в общем сказать, структура продукта следующая. Там нет золота вообще. То есть, в принципе, там золото не присутствует. Вот так. Дело в том, что, смотрите, они берут всю сумму инвестирования и, скажем, большую часть этой суммы вкладывают в какие-то продукты с гарантированной доходностью. Но куда брокер вкладывает, я могу сказать сразу, это кобры, казначейское обязательство Банка России, абсолютно надежная штука. Но они доступны только профессиональным участникам фондового рынка, то есть брокерам, банкам и управляющим компаниям. Нам они недоступны, но нам доступны облигации федерального займа. Это примерно то же самое, которое дает гарантированную доходность, ну, скажем, 6% годовых. Вот, поэтому, если, да, а этот продукт, как правило, длинный, там, на 3 года. За 3 года 18%. То есть берем, значит, всю сумму инвестирования делим на 1,18. И если мы эту сумму инвестируем в, там, ну, скажем, в ОФЗ, 6% доходность, то что мы получим через 3 года? Через 3 года мы получим инвестированная туда сумма умножить на 1,18. А мы ее только что разделили на 1,18, поэтому мы получаем, что все свои денежки обратно. 100% гарантированно. А вот оставшуюся сумму от, ну, разница между всей инвестицией и, значит, там разделить на 1,18, то есть там, ну, сколько там, 18% фактически получается, на эту сумму покупается другой продукт, который как раз, это уже опцион, который зависит от золота. Ну, там, в частности, недоступны, опять же, для нас, простых смертных, СПДР, ETF, Gold, то есть там ETF, который торгуется на международном рынке. Но мы можем найти совершенно спокойно и другие продукты. Они пусть будут менее интересные для нас, но, тем не менее, можно найти продукт на золото. Да тут же фьючерс. И все, то есть опцион на золото покупается, опцион колл. И смотрите, что такое опцион колл. Если актив базовый вырос, то опцион дает что? Разницу между текущей ценой на момент экспирации и ценой страйк. То есть вот оно, пожалуйста. И как определяется процент? Ну, сколько куплено на оставшиеся деньги. Здесь легко рассчитать. Ну, а соответственно, если базовый актив не вырос, то есть он оказался ниже цены страйк, то это превращается в прах. Ну и что? Потому что, ну, денежки нам гарантированно вернутся. Здесь все просто. А вот как устроены ноты? Я долго-долго думал и, в общем сказать, ну, догадался, что там ежеквартальная выплата вот этого купона 20% годовых, если они упали не ниже, чем какой-то процент.
Я понял, как они устроены. Ну, ребята просто продают опционы put со страйком вот тот процент, который есть. И этот опцион put стоит там, ну, сумму больше, чем 20% годовых, и они на этом зарабатывают. Но что получается? И там опционы. И посмотрите, какие вещи можно делать с опционами. То есть давайте вернемся в начало. Они говорят, если базовый актив растет, ты зарабатываешь. Если базовый актив падает, то ты ничего не теряешь. Шикарно, шикарно. Если сколько-то базовых активов там, значит, упали, но не больше, чем вот на такую сумму, то ты получаешь фиксированную доходность. Блин, интересно, интересно. То есть это, конечно же, интересно, когда, что у нас, когда у нас, ну, скажем, стагнация или кризис. А что мы ожидаем от ближайшего 2020 года? Как раз, в общем-то, большого роста не предвидится. И именно такие продукты становятся выгодными. Друзья мои, вот почему я решил изучать опционы. Потому что опционы такая штука, которые позволяют получать доход там, где ну, никак ты по-другому не получишь доход вот в этот вот кризис, понимаете? И когда я начал в это углубляться, получается, что доход можно получать в любой ситуации. Ну, скажем, например, акции не растут, не падают, вот находятся вот в таком диапазоне. Пожалуйста, у вас будет доход. Всегда будет доход. Или, например, наоборот, вот акции сейчас вот в таком, они куда-то скакнут, либо туда, либо туда. Пожалуйста. Есть стратегии, которые дадут вам доход, куда бы они ни скакнули, вверх или вниз. То есть, смотрите, вот есть, скажем, какой-то актив, и он, значит, колебался, колебался, и вот он устаканился, и дальше ждет. Чего он ждет? Он ждет новости. Новость какая будет? Либо хорошо, либо плохо будет, понимаете? Но давайте конкретнее могу сказать, что сейчас начинается сезон отчетностей в США. И просто можно посмотреть по календарю, какая компания готовит отчетность, что там ожидается, и просто, ну, например, либо поставить заявочки, либо на рост, либо на падение этого актива поставить. И все, можно просто поставить там две заявочки, стоп. Поэтому очень-очень важно вот это вот освоить. И как заработать на акциях, я об этом очень популярно, сказать, четко рассказываю. Там вот, ну, те, кто закончил курс биржи для чайников, они точно знают, как выставить вот эти вот стоп-заявки, чтобы заработать на новостях, друзья мои. Вот. Ну, а если мы ориентируемся на доллар, золото, нефть, какие новости по нефти? Заседание ОПЕК, например, понимаете? Или война в Персидском заливе? Обострение ситуации в Ливии с Ираном. Вы думаете, там все закончилось? Отнюдь. Вот поэтому такие события, когда вот здесь уже не обойтись без, скажем, фьючерсов, опционов. Это срочный рынок. И этим надо заниматься. Поэтому, вот именно поэтому я этим решил заняться, вот этими опционами. Я пытался об этом рассказать в открытом режиме, но эти видео не вызвали большого энтузиазма у людей. Количество просмотров с каждым следующим видео падало, поэтому я решил сделать этот курс платным. И сейчас я его готовлю. Я посмотрел
как предлагают люди, подобное обучение. Там, ну, например, есть такая компания «Красный циркуль», она при Московской бирже, 14 тысяч стоит такой курс у них. Но я думаю, что это будет у меня, ну, как минимум в два раза дешевле. Вот. Я могу рассказать обо всем доступно и только тем, кто желает. Точно совершенно будет скидка для тех, кто прошел курс биржи для чайников, потому что для них это и предназначено на самом деле. Потому что здесь, потребуется, ребята, точно совершенно, там все непросто, там много математики. Я уже не смогу рассказать так, как я рассказывал чайникам. Вот не получится. Очень много деталей технических. Очень есть масса всего, что надо понять, потому что опционы – это нелинейные продукты. И там, ну, много математики на самом деле. К сожалению, просто так невозможно объяснить. Будет много цифр, много технических деталей, много графиков. Поэтому, да, и построение стратегии. Но оно того стоит. То есть, скорее всего, это подойдет, ну, во-первых, технарям. Во-вторых, если у людей нет денег, то они скорее там потеряют, чем заработают. Хотя для того, чтобы заработать, нужны небольшие деньги, нужны знания, технический склад, по крайней мере, какое-то техническое образование. Поэтому этот курс будет закрытым про опционы и про срочный рынок. Ну, потому что, во-первых, риск большой, а во-вторых, здесь ценз должен быть хоть какой-то. Вот. Я его готовлю, пока еще он не готов, но уже вот-вот я во всем разбираюсь, я уже как бы, ну, практически все для себя выяснил, и сейчас, ну, я на практике обкатываю, да, там не все гладко, там, так сказать, есть и убытки, есть и прибыли, но это интересно. Я за это, конечно же, плачу большие деньги, плачу очень большие деньги. Я всегда выбираю самый доходчивый метод обучения, то есть методом проб и ошибок. Вот. Вам будет страшно, если я расскажу, какие там цифры гуляют, поэтому не буду. Вот. Что я еще могу сказать? Напишите, пожалуйста, что вы думаете по всему этому поводу. Хотели бы вы получать гарантированно доход даже тогда, когда активы падают, даже во время кризиса, причем особенно во время кризиса, это единственный способ получать доход во время кризиса, в то время, когда все падает. И это шанс. Если вы хотите получить такой доход, я думаю, что можно будет записаться. Я сделаю отдельную кнопочку на своем сайте dimitkovyur.com. Предварительная запись, судя по всему, там будет скидка. Обо всех условиях вы узнаете там на сайте. Оставьте свою заявочку, и я буду скидывать вам по мере пополнения этого курса все видео. Ну, а сейчас спасибо за внимание. С вами был Димитков Юрий.